Привет, мои лопатуськи. 3 часа дня. Только что уложила спать дочь. Ее массаж закончился около 12 часов. И вот с тех пор она уснула где-то на 15 минут и все. Потом пришла заловка, поиграла с ней, с сынулей. И вот сейчас только я ее смогла уложить спать. И то неизвестно, сколько она проспит. Зихра — это такое чудо, которое может через 5 минут проснуться. Так, как будто бы спала сутки. Я их уложила в разные комнаты спать. Почему так? Ночью они у меня, естественно, спят в одной комнате, в своей детской. Днем я их часто укладываю в разные комнаты, потому что Зихрашка просыпается и может заплакать. И этим самым разбудить сынулю тоже. А сынуля у меня, если его оставить спокойно спать, он 3 часа спит. Погода у нас сегодня в Измире была солнечная, тепло, очень хорошо. Сейчас солнце куда-то ушло, но все равно тепло. Я помыла свои цветочки, они у меня приняли душ. Обычная лейка для цветов, вот из этой лейки я поливаю, чтобы они были чистенькие, свеженькие, чтобы пыль на них не настаивалась. Вот. Как прошел день? Вот так, в принципе, и прошел. Проснулись. Поели, умылись, поиграли, шла массажистка, потом то же самое, поели, умылись, поигрались. Вот сейчас спят, и пока заловка пришла, я успела позавтракать. Сейчас чай попью. Вот так вот прошло у меня сегодня день, мужа нет. Сегодня суббота, мужа нет, он ушел по делам. Завтра у нас массажа не будет, завтра куда-нибудь обязательно выйдем. И в понедельник массажа не будет, потому что у нашей девочки... занятой день по неделе. У нас массаж вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 5 дней. В этот раз тоже хочу сделать курс 15 массажей. Вот 5 у нас как раз закончилось, осталось еще 10. Вот так вот, мои хорошие. Пойдемте пить чай вместе, что ли? Наверное, закипел мой чай. Кстати, вчера пришли мне очки новые. Заказывала с Алиэкспресс. Я думала, они просто чисто серые стекла. У меня нет, по-моему, серых. А эти тоже зеркальные пришли. Я не знаю, почему, но у нас народ, который живет в Дагестане, в основном в Махачкале, очень многие, мы вместо «и» говорим «ы». Не знаю, почему у нас так. А вот такие же зеркальные у меня есть, не такой формы, а вообще серые зеркальные. И вот эти тоже зеркальные, честно сказать, ожидала, что будут не зеркальные. Не знаю, куда я смотрела. Но форма мне подошла, в принципе, как и всегда. Идем. О, чайник кипит. Стаканчик. И будем пить с вами чай. Утром заварку муж заваривает обычно. Ну, чаще всего. Но иногда я тоже завариваю. Когда как, смотря кто занят, кто свободен. У нас уже нет таких вот прям четких распределений обязанностей. Вот ты это делаешь, я это делаю. Тихо, тихо, не падай. С чем буду чай пить? Я буду пить чай. Последнее время я подсела на вот это вот. Сейчас. Заловка меня подсадила. Это изюм в шоколаде. Продается он в местном магазине в Биме. Не помню, сколько стоит, 2 лиры, что ли. Есть такой же вот фундук тоже. Фисташка это точнее. Ее я не очень люблю, но на всякий случай купила. Вот на нее подсела. Будем пить с ней. Старость, не радость. Принес муж вот мед натуральный и так далее. В какой-то лавке какой-то нашел там фенди персовой. И я вот немножечко меда добавляю в каши, которые я детям даю. Потому что они без сахара вообще не сладкие и не вкусные. Так. Я попробовала, честно сказать, гадость та еще. И немножко мед добавляю, они едят с удовольствием. Аллергии на мед машала пока нет. Я надеюсь, и не будет. Все, выключу.
включаем свет. Идем дальше. Дальше. Куда дальше? За салон идем чай пить. Сейчас я перепроверю все-таки. Видите, пусто. Здесь бывают орешки. Муж вечером по одной в рот закидывает. Перепроверю, спит моя принцесса или нет. Сынуля спит в нашей спальне. Здесь собрала всякие одеяла, всякие вещи, которые в кроватку ставят для пеленания, что-то, что, ну, короче, всякие мелочи, которыми мы не пользуемся уже. Свекрови отдам, и она кому-нибудь отдаст. Я всегда все ненужное в хозяйстве собираю, свекровь находит, кому отдавать. Все, сажусь пить чай. Всем приятного аппетита, чаепития, если вы тоже за столом, как и я. Мои хорошие, пока детишки спали, я решила быстро-быстро искупаться. Купаюсь себе в удовольствие. Полежала, искупалась, вышла. А к этому времени, пока я вытиралась, проснулся сын, я услышала его. Сын спал в нашей спальне. Зашла к сынулю в спальне, там вытираю волосы, переодеваюсь и так далее. Получается, лицом к сыну стою и спиной к двери. Один момент боковым зрением вижу, представляете, как тень, кто-то ходит по квартире. Ну, не кто-то ходит, а вот просто тень увидел. Поворачиваюсь, мужа увидела. Представляете, когда вы знаете, что вы в квартире одна, никого нет, и резко кого-то видите. Ваше состояние. Я так испугалась. Он, оказывается, пришел, пока я купалась. Пришел даже в ванную. Сказал о том, что я он пришел, но я его, естественно, не слышала, шум воды и так далее. Пришел, оказывается, пошел на кухню, там кушал, поел, посуду мыл. И в тот момент, когда я разговаривала с сыном, решил посмотреть, что делают дети. Представляете, мое состояние, как я испугалась. Вот так вот. Вот такой вот казус произошел. Да, мамина, да, а ты даже не понял, что произошло. Тут сынуля проснулся, а дочь еще спит. Что там у тебя? Что ты жуешь? Что жуешь? Почему не увеличивает, зараза? Не увеличивает. Не увеличивает. О, все, дочь проснулась. Иду, солнышко, что случилось? Ты что с таким плачем? Что ты с таким плачем проснулась? Что такое? Кто тебя обидел во сне? Кто-то обидел тебя? Ну, давай рассказывай. Мы всех поругаем. Кого поругать? Сейчас мама свет включу, и ты все расскажешь. Только не плачь. Не ухожу, мама. А, рассказывай, есть у тебя что рассказать? Что ты расскажешь? А? Она из-за того, что кувыркается постоянно, у нее вечно простынь бегает, одеяло бегает, все бегает. Она же кувыркается у нее. Да, мамина? Мамина девочка, она у меня кувыркается всегда. Да, бабосик? Пойдем, бабосик, в зал, пойдем к братику? Пойдем к братику. Забрали моего сынулю. Да, забрали. Нет, конечно, кто его заберет? Папа забрал сына и пошел к бабуле. Она что-то приготовила кушать для нас. И пошел за едой со своим сыночком вместе. Посмотрим, сможет ли он за ним смотреть. Сынуля, он у нас капризный мальчик. Потом расскажу, как он себя вел. А чё ты перестала кушать? А? Она папина яблоко кушала. Ну как кушала? Облизывала. Она пока только облизывает, сосёт. Да? Всё, что ли? Верашка? А? Ну кушай, как ты кушала.
Ладно, мама, тебя не снимаю. Этот занят. Пуся, 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 мамин, Пупуся. С папой он ходил к бабуле, вел себя очень даже спокойно. И чё? Имя. Имя. Не кушает, когда я снимаю. Что там рассказывает? Маша съела кашку, да? Такая Машка была обжорка. Все съела, все испортила и убежала. Да. Ага, мама телефон повернула, нельзя кушать. Ни в коем случае. Ты на телефон не смотри, ты на маму смотри, а? Мамина кокетка. Съесть тебя? Сделать тебя? Все, телефон, телефон Гёрду, телефон увидела, да ты? Телефон Гёрду бак я. Буквально бак я, телефон Гёрду бак. У нас вот еще есть уже. Да, мамина, ты при виде телефона ведешь себя серьезно, да? Губки сомкнула. Да, серьезный вид такой. Я тебя сейчас развеселю. Тебе съем. Мы танцуем, мы